42 года по 45 принимал участие в Великой Отечественной войне. Вот, служил в отдельном батальоне авиационного обслуживания. Значит, подвозил на своем грузовике, подвозил бомбы, снаряды вот, к самолетам, к бомбардировщикам, к истребителям. Но они уже потом наносили удар по фашистским войскам. Часто рассказывал мне, я когда мальчиком был, вот, спрашивал: папа, расскажи про войну. Он говорил: ой, сынок, это так страшно, это так тяжело. Но все равно рассказывал. И в памяти моей, конечно, осталось очень много эпизодов, о которых он рассказывал, как молодые летчики. Я сам военный летчик. Молодые летчики, 19-летние, уходили в полет, и через некоторое время их сбивали, особенно 42-43 год, страшное время было. Но потом, когда в наступлении тогда уже легче было, все равно были жертвы. Вот, и воспоминания, конечно, об отце, о его боевом пути. Он два раза ранен, руку в ногу. Атаковали мессершмитты, юнкерса он их называл, атаковали. И мы, говорит, убегали от машин, конечно, хотелось жить, выжить любыми путями. Вот. Ну, выжили. Ну, папа в 86 году умер, 76 лет ему было. Царство ему небесное, слава всем героям Великой Отечественной войны, кто погибал, кто сражался, погибал за нашу Родину, за наше счастье, за наше мирное небо. Светлая память им всем, кто погиб, и здоровья всем здравствующим ветеранам.